Новость. Российские деньги больше всего любят Швейцарию. К такому выводу пришли в Банке России. По данным регулятора, именно эта страна стала лидером по количеству пришедших российских денег в третьем квартале текущего года. Всего в Швейцарию поступило более 1 200 000 000 российских долларов. Почти в 5 раз больше, чем за прошлый отчетный период. Средняя сумма перечисляемых денег одним человеком, она увеличилась по сравнению со вторым кварталом с 17 тысяч долларов на человека до практически 81 тысячи долларов на человека. Ссылка. По данным Центробанка, всего за рубеж перечислили около 9 миллиардов долларов, из которых 5 миллиардов 730 миллионов ушли в дальние зарубежье. В предыдущие 3 квартала общая сумма уходивших за границу средств была значительно меньше, около 6 миллиардов долларов за квартал. Не количество людей, которые отправляют деньги в Швейцарию, выросло, а выросла средняя сумма, которую отправляют каждый из них. Мнение аналитиков. Одной из причин, почему Швейцария стала лидером по количеству переведенных денег, специалисты называют увеличение ставок по депозитам в местных банках. И некоторые состоятельные клиенты-россияне могли перевести на счета значительные суммы денег. Но многие специалисты придерживаются другого мнения. Центральный банк просто все более тщательно отслеживает операции по переводу средств физлиц за рубеж. И поэтому в официальную статистику в третьем квартале попало больше денег, чем попадало раньше.